Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня уже начало второй половины июня, чудесный летний день. И мы у меня дома. Давайте пройдемся по саду и посмотрим, что же там цветет. Ну, как вы видите, вдоль дорожки у меня цветет шалфей. Здесь на улице так он вообще такой буйный. Шалфей Остфрисленд, шалфей дубравный. Синего цвета, так красиво цветет. И заходим в сад. Тут нас встречает кошка. И вот такое буйство. Это роза Ханзаланд. Во всем своем великолепии. Высота где-то 1,80 м. Вся усыпана букетами алых цветов. С этой стороны также. Против солнца неудобно снимать, не буду. Давайте пройдем, посмотрим в саду. Пион. Я не знаю название всех пионов. У меня где-то они есть, но вряд ли я найду сейчас. Поэтому вот просто смотрите. Давайте будем обойдем и посмотрим. Набирают бутоны лилии. Ранние пионы уже отцвели. Вот. Осталось по одному цветочку. А это уже среднего срока цветения и поздний. Белый. Такой красивый. По-моему, это Фестива Максима. Прелесть. Так вот, мой розовенький. Поздно поставила сетку, поэтому он не успел расправиться. Вот так смотрится не очень хорошо. Вот там рано поставила сетки, видите? Смотрится лучше. Очень крупный цветок. Ароматный. Красивый. Надо будет нарезать. Ой, у меня места нет, куда ставить. Эти букеты на террасе стоит большой букет. Вот так смотрятся розы. Идем сюда. Вот это на арке розы еще не расцвела. Так, здесь зацветает чубушник. Ну, вот уже много открылось цветов. Он не пахнет. Махровый. Довольно крупные цветочки. Сорта не знаю. Расцветает тоже. Только начинает роза. Розариум Йотерсон. Тоже только начало. И здесь роза Вестерн тоже только начинает. Так. Она такая ароматная, что я вот здесь стою. Это единственный цветочек. Я чувствую, как пахнет. Здесь вот окрасились. Начали бутончики разворачиваться. Роза 4 сезона. Смотрите, какие у нее будут огромные букеты. Будет очень красиво. Так, ну давайте на ту сторону пойдем. Хочу показать то, что цветет. То, что еще будет цвести, это мы еще увидим, да? Пион Nippon Beauty. Вот такой он нарядный. Высотой он где-то 1,5 м. Ну, сейчас склонился, уже не 1,5. Вот такой. Начинает уже отцветать. Ну, будут цвести боковые бутоны. Почему я боковые бутоны практически не режу, чтобы дополнительно еще поцвело подольше. Расцветает роза Парад. Тоже первые цветы. Очень много бутонов. Очень много. Моя красавица радует меня. Ослепительные цветы. Розово-сиреневый насыщенный цвет. Приятный нежный аромат. Вот такое. Великолепие. Приходите смотреть. Я обязательно буду снимать, когда она полностью расцветет и будет вся в цвету. Тут будет лавина ярких цветов. Ну и пойдем дальше. Пион Борделла. Тут целых 3 цветка раскрылось. Вот. Это его первое цветение. Ну, такой он красавчик. Яркий, нарядный. Желтый. Сегодня пойдет букет. Так, ну и пойдем, не прерывая видео, пойдем в задний двор, в сад. Так,
Вот такая у нас тут красота. Давайте я вам покажу, какая у меня смородина. Да вообще все, что здесь происходит, покажу. Груши. Такое маленькое деревце. Груши висят, как лампочки. Вот такие завязи. Это сорт лада. Ну, такое деревце крошечное. В прошлом году только посадили. Черная смородина. Ой, как мы-то будем собирать так много ягод. Смотрите. Просто ой-ой-ой. Вот. Ну, еще зеленые, конечно. На той груши тоже есть завязи. Так, сейчас пройдем. Вот они. Вот это белорусская поздняя. Ну, тут немножко поменьше, но все равно попробовать нам хватит. Дальше идем. Здесь у меня куча перегноя. Вот так вот накрыто. Это отгромный куст. Это ежевика бесшипая. Очень вкусная. Он довольно поздний сорт. Она в августе плодоносит. Вот сейчас набирает бутоны. Малина. Смотрите, как много цветов и завязи. Уже завязи. Вот сколько. Прямо валится, ломится. Смотрите, какое количество. У меня очень мало побегов нынче. А ягоды будет море. Смотрите, сколько много. Вот. Против солнца неудобно. Ну ладно. Клубника завязалась. Тоже начнет скоро поспевать. Это богема. Так, актинидия. Ой, как она мне нравится. Она такая красотка. Вот эти яркие листья. Посмотрите, какие красивые. Красивые яркие листья у нее. Вот. Это у меня две женские особи. И с той стороны мужская. И вот сколько ягод. Да. Смотрите, сколько ягод. Вот она завязалась. Много-много-много.